Следователи края начали доследственную проверку по факту падения керамической плитки на жительницу Барнаула. Как сообщает ведомстве, 52-летняя женщина вышла из салона красоты, расположенного в многоэтажном доме. В этот момент ей на голову с 8-го этажа упала плитка. Потерпевшая получила открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Сотрудникам Следственного комитета предстоит разобраться, виновата ли управляющая компания, которая обслуживает многоквартирный дом. По статье 238 Уголовного кодекса нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо ограничение свободы сроком до 2 лет.